Казахстанская сборная по стрельбе из лука усердно готовится к предстоящим всемирным играм кочевников. В Алматы сейчас проходят учебно-тренировочные сборы. В них принимают участие 12 спортсменов. Во время подготовки они используют новые методы и наработки. И все это для того, чтобы заработать победу. Больше 300 спортсменов из 35 стран мира подтвердили свое участие в соревнованиях по традиционной стрельбе из лука. Такое количество участников свидетельствует о том, что борьба за медали будет крайне напряженной. Тренировки мы сейчас усиливаем, начинаем изучать многие новые методы. Надеемся, итогом наших подготовок, вниманию со стороны на наши национальные виды спорта в этом году усилены, мы сможем достичь хороших результатов, и обязательно наши спортсмены поднимут наш флаг на пьедестал. Отмечу, меньше полутора месяцев остается до старта 5-х всемирных игр кочевников. Они стартуют уже 8 сентября в Астане. Свое участие подтвердили больше 2000 спортсменов из 89 стран. Они будут бороться за 97 комплектов медалей. Ранее масштабные соревнования трижды проходили в Кыргызстане и один раз в Турции.